По ментальной арифметике дети решали согласно своему уровню и согласно своей возрастной группе, начиная от стартика и кончая четвертым уровнем, начиная от однозначных примеров и кончая трехзначными примерами, примерами с трехзначными числами. И каждый соревновался внутри своей группы. Решать примеры. Я в школе потянула свои знания, и мне нравится, просто нравится, очень нравится. Я уже участвовала второй раз на этой олимпиаде. Первый раз я заработала первое место. Вот когда я начала ходить на ментальную арифметику, я больше стала запоминать, и у меня логика начала быстрее работать. Первый раз, когда я был на первой городской олимпиаде, то я получил первое место. У меня были большие впечатления. Во второй раз я получил второе место, но чуть-чуть расстроился. А потом пересдал и получил первое. И полетел второй раз в Казахстан. Получил титул чемпиона. И сейчас первое место. Я не ожидал, что у меня такой результат будет. Но если захотеть, если постараться, может все получится. Эта олимпиада была чуть-чуть сложной. Я в первый раз на ней. Я довольна первым местом. От олимпиады впечатление просто восторг. Очень круто. Я думала, честно говоря, что у меня будет второе место, а оказалось первое место. Ментальная арифметика – это мой первый талант в олимпиаде. И это моя самая большая надежда. Очень много слышали хороших, положительных отзывов арифметики, и нам очень нравится. Ребенок стал намного усидчивее, активнее, легко стали даваться ему языки. Если мы думаем, что ментальная арифметика – это просто умение считать, это неправильно. Сейчас в мире очень много информации, ее количество каждый год увеличивается, и наша задача – научить наших детей в этой информации, в огромном потоке этой информации, находить ключи, находить нужную информацию. И ментальная арифметика позволяет быстро ориентироваться в большом объеме информации, принимать быстрые решения. Мы услышали, нам понравилось, решили попробовать. Ну и вот ребенок втянулся, он стал лучше решать. Вот, ему это помогает в учебе.